Так, ну что, всем добрый день. Сейчас будет у нас интересное видео. Как вы уже помните, хотите посмотреть, как меня встречают малыши, да? Обычно я вам показываю чистоту и порядок, а вот, пожалуйста, видите, как у нас мимо бывает? Бывает, бывает. Выходим, 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 все выходим, Даблетик. Сейчас мы что сделаем? Сейчас мы сделаем, убирать я буду позже. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай, детки, 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 выходим. Сейчас все дети наши уже гуляют, как вы помните. Сейчас я им покажу, что можно выйти. Скорей, 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 скорей. Бегом, бегом, бегом. Детки, 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 детки. Да, да, они еще смущаются. Можно ли выходить? Можно. Так, пудель вперед, а не назад. Все, дети вышли. Специально выпустил сначала тех. Теперь выпустим следующих. Девочки у нас погуляли, пока я убирала у... Мамаш, так, сейчас. Здесь тоже, видите, какашка на пеленке, какашки посередине. Потому что у нас здесь тоже есть дети. Взрослые этого не делают. Так, выходим все. Выходим, выходим. Да, 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 такое видео. Жизненное, выходим все. Выходим. Не-не-не, заходить нельзя. Выходим, выходим, выходим. Так, ну что, вышли все, ребята? Варя вышла. Так, все еще раз обнюхиваются. Ну что? Кому интересно, оставайтесь с нами на нашей прогулке. Вчера мы уже гуляли. Кстати, я рассказывала вам, что я не знаю, как я их быстро смогу завести в домике. Все произошло очень замечательно быстро. Я их позвала, они все зашли. Несколько щенков чуть-чуть потерялись в плане дверей, дверей. Так, и пакеты какие-то прилетели, ветер. А что это у нас за пакет здесь? Я не поняла. Ну, фу. О, вы представляете? Вот захочешь, не придумаешь. Это вот тут была перекопана земля, и в земле какой-то пакет. Офигеть, я еще думала, где они берут эти кульки, а? Так, а ну фу, нельзя. Ты посмотри, цепляется, нельзя, сказала. Все, строго. Здрасте. Пакеты, пакеты это не игрушка. Вон, посмотрите, нормально. Вот так вот, захочешь, не придумаешь. Слушайте, в своем собственном дворе найти можно все, что угодно. Так, ну что, гуляем? Пошла, сейчас я выброшу этот пакет в мусорку. Да вы что? Видите, он игрушки у вас. Так, все гуляют, все гуляют. И кому интересно, оставайтесь с нами. У нас много новостей интересных. Все, мусорка у нас здесь. Такую же, такая, чтобы не достали до нее никто. Так, ну что, гуляем. Сейчас я хочу посмотреть. Уфу. У Марата изо рта забрала погрызушка, пожеванная и вырыганная. Кусочек мяса засушенного. Так, ну что? Видите, как у нас весело? Можно с утра побегать. Я еще зарядку не делала. Но ничего, тут можно размяться и без. Так, ну что, гуляем. И я, значит, самая главная новость. Новости хочу вам рассказать. Это наш путешественник, который добирался в Хабаровск. Дома, в семье. Благодарим Зоу. Доставку комбинированную. Ну, сначала наш красавец ехал в Москву, а из Москвы его встречала наша любимая курьер Татьяна. И благополучно, мерси, это Варя, чтобы вы поняли, благополучно малыш в семье, уже в Хабаровске. Пожелаем ему счастливой жизни, долгой, радостной. Малыш поехал в семью, которую мы уже знаем. В ней уже живет выпускник нашего питомника, красавец Альфонса, мраморного окраса, который уже даже папой стал. Вот, такие вот у нас интересные дела. В общем, в дороге у нас остаются пока, естественно, они еще не добрались до нового дома. Это Артекушка и Айгуль, они едут. Как только доберутся, владельцы отпишутся, я обязательно с вами поделюсь. Так, Байкал! Варю не трогать. Байкал. Все, давай. Варя, видите, нашла игрушку и никому ее не отдаст. Да, Варюша? Дальше. Я обещала вам рассказать, кто же у нас родился. А родила у нас Инга. Инга родила 4 детей. 2 мальчика и 2 девочки. Когда они подрастут, я обязательно вас с ними познакомлю. Расскажу, от кого у нас дети. Кто мама, кто папа, бабушки, дедушки, прадедушки. Единственное скажу, что это естественно, так как это Инга. Инга у нас дочь Роликса, то есть Роликс стал дедушкой.
Елисей прадедушкой. И прапра стал наш, прапрадедом наш стал Филипп. Вот такая вот родословная сразу. Да, родился, а у тебя вся родословная в доме. Вот такая интересная история. Дальше новости нашего питомника. Очень серьезные и важные. Один из этих детей, гуляющих здесь перед вами, нашел свою семью. Это мальчик. Красавчик. Побежали, 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 побежали. Да, это вот один из вот этих вот бегающих здесь малышей. Крепышей. Один из этих двух, барабанная дробь. Это Бахрамчик. Бахрам нашел свою семью. Малыш скоро поедет в новый дом. Он поедет не первой собакой, он поедет второй собакой, дружочком. Внимание, к американскому Булли. Вот такая интересная история. Владельцы целенаправленно выбрали крупного чихуахуа в друзья своему уже имеющемуся питомцу, что правильно абсолютно. И при правильном воспитании, подходе, том, когда я всегда стараюсь объяснить, мы не забываем, что собака это не человек. И когда человек, сейчас они мне тут мусор нашли, ну мусор до мусора достать они не могут, но поняли, где у нас тут стоит мешок на возвышенности, естественно. Вот, при правильном подходе, и не забывая, что собака это собака, а не человек, при человеческом контроле все будет прекрасно и замечательно. Все зависит не от собак, а от животных. Какие условия проживания, воспитания человек собаке предоставит. Вот. Вот они наши рыжульки. Так что Бахрамчик у нас теперь при маме. Вот он, красавец. Рыжий. Поздравляем семью с приобретением этого курносика. И остаются у нас по скидке два в таком же телосложении крупные стандартные малыши по 50 тысяч. Это вот этот вот веселун патриот лилового окраса, нереальный красавец. Его братишка Боржоми. Вот эти красавцы. Продаются у нас всего по 50 тысяч рублей. Остальные братишки дороже. Все цены можно посмотреть на нашем канале в плейлистах «Цены на щенков». Так, все, вот такое вот веселье. Веселье веселое, да, шаманчик? Шаманчик, ты мой красавчик, у тебя такие красивые дети. У тебя очень красивая доченька в его окрасе у Юлианы. И очень красивый мальчик миниатюрного размера. Вот он, Давлетик. Вон он, шоколадик. Длинношерстные, ребят, длинношерстные щенки чихуахуа, пушистенькие, только в 2 месяца. А потом они постепенно, все, конечно, очень по-разному. И итог шерсти вообще не зависит от, ну, вот, детского. Эти вот они, папа и сын. Он будет гораздо меньше, шоколадик. Бывают щенки хорошо одеты, но это не говорит о том, что это будет очень лохматый, когда вырастет. Все будет видно, когда собака подрастет. Вот он, наш Купидон. Ему пошел 3-й год, и он сейчас одет. Ну, я считаю, что вот полностью, больше не нужно. Да, Купидон? Да, скажи, вот он какой у меня хвост. И да, только к году примерно длинношерстные чихуахуа одеваются. А сейчас это самый возраст, когда вся шерстка вылазит, детский пушок уходит и начинает расти взрослая шерстка. Вот вам Маратик, у которого пошла только взрослая шерсть, ему 5 месяцев. Кстати, вот он, крупный, стандартный мраморный кобель. Так, вот эти вот два лилаша, красотуны, это у нас Хаул. Хаул, Хаул, Хаул. Хаул и его братишка Техас. Очень красивые дети, такие с крепкими лапами, крепыши-крепыши, карандаши. Но Хаул, вернее, Техас длинношерстный, а Хаул короткошерстный. Вот они, видите? Вот у них разница в один день. Вот такие вот интересные собаки. Вот эти белые, красивенные, Байкал и Биюкианышар. Биюкианышар 6 месяцев, видите, уже пошла взрослая шерсть. Вот он, длинношерстный чихуахуа, у которого пошла расти шерстка.
начала расти, пошла. И мы его называем мальчик-мажорик и мальчик Рада. Один на маму похож, другой на папу. А также их братишка Босфор. Красавцы мальтипу мини-размера. Это Мерсик, воспитанный, красивенный. Шикарная девочка мальтипу. Нереальная красавица. Вот просто одни достоинства. Окрас, тип шерсти, не линяет. Такого нереального пшеничного окраса. Умная, воспитанная. Вот девчонка вообще просто голова. Ну, Мерсик это вообще вне этих каких-то сравнений. Очень маленький. И дело в том, что видео не передает размеров. Уже вот сколько много людей, которые получили от нас собак, они в шоке с размера. А еще ой, какой-то крупноватый. Да они малепусенькие. Вот она моя красавица Алсушка. Алсуня. Бабушка вчера говорит, господи, какая она умная. Я говорю, я знаю. Я знаю, почему даже. Все, детвора гуляет. Так что у нас хорошо получилось. Вот еще красивая девочка. У нас девчонок, да не так много. Это вот, кстати, Софи, той пудель. Я вижу, просто просвечивается желтый ошейник, поэтому я так смело. Это, наверное, победа. А ну, иди сюда. Оп, стоять. Нет, ребята, или да. Да, это победа, девчонки. Вот она, победа. Красивенная моя девочка. Она все время возле меня тусуется. Вот они, девчонки, да, наверное. Сейчас не вижу, ошейник есть или нет. Я уже хотела одеть еще ошейники, но, ребята, не хочу одевать, они их будут снимать. Поэтому это опасно. Это вот у Софии ошейник там спрятался под шерсткой, они его не видят. Она уже привыкла к нему давно. Это красавец Рыжун, нос, курнос. Наполеон. Да, Наполеон. Фараон Наполеон. Которого я все время хочу назвать Наполеоном. Ну, может, если он переедет в новый дом, его назовут Наполеоном. А так это фараон. Хвостики, видите, кушают травку. Позволять кушать травку можно, если вы не сомневаетесь в ее чистоте. То есть, а так можно, кто в квартире живет, можно выращивать овес. Ну, в общем, травку, которую продают для выращивания для кошечек. То можно самим купить и вырастить дома в горшочках. Но это, правда, игрушка на один день, а им нужно каждый день что-нибудь жевать. Домашние цветы давать не нужно. Хотя, видите, они у меня и плющ жуют, и проверено уже. Юка, плющ. Не ядовитые, можно. Ну, ничего страшного, в смысле. Прям давать специально не нужно. Вот он, Хаульчик. И рядом стоит малышка Сакура. Это мини-девочка. Вот такой у нас разнотипный помет получился. Ну, в нем видно, потому что у нас целых 8 щенков выросло. Да? Одно дело, когда там 3 щенка, а здесь мы прям видим разницу. Вот они, видите? Крупные и мини. И средние. Так, это наш шаман. Это у нас один из пуделей. Да, хочу посмотреть, кто ты. Можно? Давай посмотрим. Это у нас передает привет Париж. Париж своей семье. Вот он, ваш Парижик. Ну, вот так вот пуделей я представляю. Так, здесь у нас Техас. Папу своего нюхают, стоят. А папа кушает виноградную лозу. И рядом стоит Парадис. Пришел. Ребят, здесь не очень красиво. Это вот, ну, есть желание вот это все отсюда убрать. Есть желание, но нет пока возможности. Честно говоря, нет просто времени заняться этим всем. Это все надо вынести. Все эти нужные досточки, палочки. Все мы сложили в одну сторону, но у них прям там вот прогулка происходит. Им там нравится. Да, Варя прекрасно прижилась. Хаульчик прибежал. Хаул. Вот такой вот шикарный красотун. Крепкий, низкий. На лапах такой прям вообще красотун, красотун. Красотун и красотун. И вот тоже очень достойный малыш. У нас вот разделился помет. Прям вот в идеале мне на сегодня нравится Хаул. Очень нравится Техас и Парадис. Да? Три мальчишки. Севиль уже переехала. Это вот прям, ну вот, четыре щенка, которым прям вот они такие крепкие. Не, такие вот, такие то, что надо. Очень красивая Сакура. Она более мини, да? Вот прям вот здесь так хорошо. Скажи, мам, про меня расскажи. Какой красавец становится Аюшка. Аюшка, на. Аюшке нашему 6 месяцев с половинкой.
голубоподпалый. Он, кстати, уже больше не растет. И он гораздо ниже некоторых на лапах. У него просто очень широкие лапы, костяк. Из-за этого он крупный стандарт. По размеру он сам небольшой. Он просто такой вот весь, ах, вот просто весь, понимаете, шикарный. Если бы он был сука, это было бы самое лучшее, что я могу видеть вообще. И зубы в идеале, лапки ровные, головка правильная, ушки встали, шерсть шикарная. Вот он одевается сейчас. Видите, какой хвост у него. Малыш продается за 80 тысяч рублей. Вот бери, одевай, особенно вот северные регионы, которые любят гулять. Это не трусящаяся собачка, это вот прям вот, вот прям ах. Ролекс, что там, все в порядке? С глазами у нас моргаешь, стоишь. Ничего не попало. Так, побежали. Побежали, 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 побежали. Скорее, 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 скорее. Хочу, чтобы они все побежали. Вот это вот Танюська Ерема. Танюсечки-лапусечки. Нося-курнося. 80 тысяч. 4 месяца полностью привитчипирован. Для любителей более таких тоненьких, да, малышей. У нас есть на любой вкус детвора. Варя. Это вообще... голова умница, занятая вся ходит. Тоже мини-девочка, маленькая. Карамель. Просто вот она не карамель. Карамельный у нас, смотрите, мальтипу. Это мерсик мини. 6,5 месяцев. А это вот прям, она прям пшеничная. И когда она волосиками зарастает шерсточкой, да, она прям вообще вот она красотка. Вот сравните с 3 месяца у нас пуделям, тоем. То есть это ниже. Почему... той выше, той... Вот у пуделя выше лапы. Пудели выше на лапах. Мальтипу отличаются от... чихуахуа, хотел сказать. От пуделей тем, что у них мама баллонка, да, это получается такие метисы шикарные. И за счет этого они ниже на лапах. Тем они и ценятся своей красотой. На любителя, конечно. Кто-то скажет, что вы рассказываете. Кто лучше, кто хуже. Нет, каждый выбирает сам, кто ему больше нравится. Вот так вот мы наклейки снимаем с ушей. И за счет того, что у них мама мальтеза, а мальтеза у нас шикарная Анжела, она корейского типа, что такое корейского типа? Она не вытянутая, не высокая на лапах, не длинные очень бывают морды, у нее нет потеков под глазами. Она, ну, это вообще шикарный выбор. Такие обычно даже на выставках посмотришь в другой раз. Им вот это пудрят эти глаза. Вы прекрасно знаете, что я к грумингу отношусь немножко с опаской. Ну, не за того, а за того, что... Из-за того, что я просто еще пока как-то не очень с волосами собак. Вот, и поэтому я ничего не пудрю, ничего не начесываю. Иногда купаю только. Ну и колтуны расчесываю. Больше ничего не делаю с собаками. И ездим к грумеру периодически. Вот. Поэтому у меня собаки такие, какие они в жизни. Они такие, как они после накрахмаливания. Понимаете? Те же пудели. Вот они. Кудрявые. Они мне не расчесаны. Я их там пару раз расчесывала в жизни перед съемкой. Это Софи. Вот она шерсть. Такая, какая она есть. Не после лака, не после пудры. Я считаю, это важно, особенно для тех людей, которые понимают, что они выбирают, да? Можно рассмотреть на видео бегающих собак их экстерьер, лапы, движение, да, кто понимает. Не просто стойка на столе, что тоже очень тяжело показать. А именно вот она, прогулка, постав. Все, можно и хвост посмотреть. Вот спрашивают, какой постав хвоста. Вот у всех поставы на ваших глазах. Все как положено. Вот они. Так, вот интересно, кто это? Интересно, Ян? Почему-то мне кажется, что это Ян. Давайте проверим. Так, это Писюн. И это Ян. Я угадала. Янушка. Это Ян. Яркий луч Ян. Вот он. Ян. Ян у нас в продаже. Той пудель. Да, такой хорошенький, кучерявый. И я, скажи. И я. Давлет. Так, ну такая у нас чудесная прогулка получилась. Слушайте, ну вчера я когда выпустила, они так мотались, такую пыль подняли. А потом успокоились. Боже, как они спали. Ой, парочку потащили. Вот эти наши черноподпалые. Кстати, никто даже на них, ну как-то так, я их не никто, а я их как-то так мало показываю. Классные такие крепыши. Дети нашей Жанны и Тарантино. Это Шейх и Шанхай.
красивенные дети, обалденные просто. И они продаются по 70 тысяч рублей, недорого. Все уже у нас привиты, чипированы и готовы к переезду. Хау! Хау! Скажи, ты, вот он, красавец. Так, ты кто у меня, на? Вот это шейх. Шейх. Смотрите, какая рожа красивая. Рожа красивая. Так, побежали. Специально хочу убрать отсюда. Побежали. Да, ты моя девочка. Вот нравится им на диванчике. Еще раз хочу поблагодарить Наталью из Евпатории. Это заводчик, питомник йорков и шпицев. Наша подруга, она нам подарила этот диванчик для наших собачек. Было очень приятно. Кстати, у нее очень классные изделия. Вот это она делает сама. Там красные, синие и такие. В общем, вот такие вот диванчики она исполняет своими ручками. И у нас, конечно, на улице он стоит, так как у нас уже просто некуда ставить. И хочется его видеть, чтобы собаки им пользовались. Но это можно и в квартиру красивую. Для королевских особ, как говорится. Для мини-собачек. Можно чуть больше. Видите, такой диван здесь у меня и туаль прекрасно помещается. Так что и бультерьеру подойдет. Значит, вы только не грызли. Я просто хотела его в ясли поставить, но вот эти все пуговички, они бы были сняты. Понимаете, да? Тут они пока так заняты и прибегают, и только прыгают на нем. Хотела сегодня все помыть. Кёргер уже приготовила. Ну, во-первых, помыть, значит, не гулять. Надо чуть-чуть, чтобы посохло все. А во-вторых, обещают дождь. И я решила свое время сэкономить, ребята. Так, все, мы продолжаем гулять. Вот еще раз хочу показать вам патриота лилового, красивенного мальчишку. Уши подклею сейчас. Который в продаже за 50 тысяч рублей. Алсу, что мы там жуем? У Алсу тоже ухо одно встало, одно упало. Это абсолютно нормально для собак в возрасте вакцинации и смены зубов. Ну, растет собака, растут уши. Еще раз, уши в месяц он торчком, а потом упали. Если уши достаточно крупные, то, конечно, могут туда-сюда еще гулять. У всех наших взрослых собак уши стоят, как вы видите. Но бывает такое, что щенок вырастает в собаку, а ушки не довстали. Ну, кому-то это умиляет, кто-то за, кто-то против. Но это есть, это бывает, ничего ты с этим не поделаешь. Клейте. Меня просто часто спрашивают, что делать. Значит, либо, если вам важны уши, вы покупаете собаку уже со стоячими ушами, хотя это не гарантия того, что они будут стоять потом, ну, особенно, если это щенок. Либо клейте, контролируйте, ничего в этом страшного нет. Не хотите клеить уши, он берите пуделя, будете стричь. Будете стричь. Так, все, на этом я заканчиваю это видео. Всем добра, мирного неба над головой и всего самого-самого доброго. До новых видео, до новых встреч. Я надеюсь, вы так же рады нашим новостям, как и мы. И еще раз поздравляем владельцев Бахрамчика. Вот такое вот чудесное чудо скоро поедет к вам жить. С уважением, домашний питомник Остропула.